Однажды я закрыл сессию раньше времени и решил отдохнуть, сходить в кино, погулять в парке. Я позвонил своему другу и предложил ему встретиться, но он готовился к экзаменам и сказал: «Гусь, свинья, не товарищ». Причем здесь гусь и свинья? Что он имел в виду? «Гусь свинье не товарищ» – это выражение про людей, которые не подходят друг другу по статусу, происхождению, должности и другим характеристикам. Есть несколько версий происхождения этого выражения. По одной из них, люди Древней Руси наблюдали за животными и пришли к выводу, что гусь имеет довольно серьезный, хвастливый вид, чем напоминают представители высшего общества. А свиньи – животные неприхотливые, простые, что легко можно связать с образом крестьянского бедняка. К тому же, гусь и свинья действительно не похожие друг на друга животные. Если люди имеют разные интересы или социальное происхождение, то сотрудничество или дружба между ними, скорее всего, не получится. Про таких людей и говорят: «Гусь свинье – не товарищ». И на моем родном языке это звучит так: «Боздагам джанкандан, касавдагам чарбу».